если вдруг кофемашинка просит промыться, а нам она нужна прям срочно, можно сделать следующим образом. Меню, ключик. Теперь пишем число задано наперед, только без двоечки вот этой. Значит, пишем 4, 3, 0, 1, 3. 4, 3, 0, 1, 3. Если будет другая дата, другие цифры будут. Не попал, да? Сейчас. 4, 3, 0, 1, 3. Окей. Теперь нажимаем верхний ключик. Теперь характеристики машины. В характеристиках машины идем в самый низ. Видите, вот стандарты. Нажимаем стандарты, переходим еще раз вниз. И вот здесь вот завод, сервис пользователя. Ой. Машинка сама себя диагностирует, выдает всегда вот эту одну ошибку. И дальше мы все вот это пролистываем, ничего не меняем, ничего не трогаем. Это все до вас настраивали. Нам сейчас нужно только промывку сбросить. И нажимаем «Принять». Теперь очень важный пункт. Установить стандартные напитки. Вот эти все напитки, которые мы мучительно настраивали, сбросить нельзя на стандартные. Поэтому ни в коем случае не соглашаемся, вот этому «да» не пишем, пишем «нет». Сохранить показания счетчика. Тоже можно нажать «нет». Давайте. Ну и «окей». Все, машинка перезагружается, и сейчас у нее счетчик промывки сбросится, и можно будет сразу варить кофе. Все. Машинка думает, что она Presto. На самом деле она Vita. Ну, это все раздвоение личности, это для нее нормально. Все, видите, машинка больше не просит промывку. Дальше я показываю, что важное нужно сделать. Обратно заходим в ключик. 4, 3, 0, 1, 3. И здесь в ключике обязательно характеристики машинки. И мы обратно возвращаем, ищем молоко. В молоке смотрим, если вот эта трубочка молочная очень длинная и холодильник где-то далеко находится, то вот здесь надо установить не 20, а 30 сантиметров трубка. Это вот сантиметры трубки устанавливаются. На самом деле не сантиметры, но нам проще понять, если я скажу сантиметры. Выходим назад. Значит так, и идем очистка. Смотрим, очистка, и внизу промывка вспенивателя. Нажимаем обязательно «да». Вот при том сбросе, который мы через пароль сделали, происходит отмена, и выставляем минимальное значение, там 5 или 10. Пускай моется. Все. Сигнал промывки вспенивателя. Все, да. Все. Машинка готова снова к работе. Капучинатор исправен. Опять она думает, что она Presto. Дрова. И все, в работе.